полы раскрытые и только бутоны. И в написании каждого цветка мы тоже будем использовать несколько тонов. Это уже раскрытый бутон. Бутоны, как правило, пятилепестковые. И не обязательно писать много, да, заполнять все. Достаточно совсем немного. Мы написали лепестки, а теперь более черным тоном, более сильным тоном ставим акценты. Это центр цветка и вот входящая цветка, не знаю, как это в ботанике называется. Печенька. Да, точно. Вот есть черная середина. Есть точинки, которые пишутся темным тоном. Подчеркивать несколько контуров. Можно не подчеркивать. Цветки могут быть пустые, ну, не пустые, а написаны белым тоном, то есть от контура, да, могут быть заполнением тоном. Вот как сейчас, в данном случае.